Итак, разберем квест, который называется «Музей ведьм Салема». Нам он дается где-то в Diamond City, уже и не помню. Вот. Находится это примерно вот в этом месте на карте. Мы сюда доходим, обнаруживаем здесь рядового Харта. Берем у него этот голозапись, прослушиваем его, ее. Слышим о том, что они были с группой. Это, на эту группу напало какое-то чудовище. Ну ладно, да, бог с ним. Находим вход в музей. Ну, там так и начинается. Зашли. Тут какие-то звуки. Сверху что-то падает. Темные действия происходят, не иначе. Ладно, бог с ним, уже интересно. Изучаем первый этаж. Оба, еще падает. Дом вообще весь как трясется. Ладно. Изучаем первый этаж. Ничего, в принципе, интересного нету так. За исключением патрончиков. Поднимаемся на второй. Что? Здесь ничего нету. Ну, везде кровь, тела и так далее. Ладно. Смотрим, обыскиваем помещение. И, упс, натыкаемся на когти смерти. Коготь смерти не всегда серьезный очень противник для нас. Но поэтому приходится его мочить и мочить. Правда, нас тоже хорошо мочит. Возможно, мы сохраняемся. Возможно, ставим на паузу, пиво пьем, но как кому придется. В конце концов, все-таки с большим трудом удается убить его посредством нескольких оружий. Ну, лучше посмотреть бой. Повезло, что вот этот рычаг был на этих просто здесь до этого ходил. Ладно, тетеньки. Интересный дробовичок наносит на 50% больше, если я ничего не путаю, урона животных. Вполне быстро расправляется когтем смерти. Обыскиваем, осматриваемся. Ну, в принципе, ничего интересного, патрончики и так далее. Ну ладно. Самое интересное подальше будет. В туалете обнаруживаем разбитые яйца когтей смерти. Несколько. И среди них обнаружим одно целое яйцо. Вот оно. Также здесь будет опять труп валяться с голозаписью сержанта Ли. Прослушаем эту голозапись и понимаем, что, в общем, это была банда наемников, которые попросили достать яйцо когти смерти. Ладно. Я принял решение отнести яйцо когти смерти. Да, кстати, вот Грогнок Варвар мы здесь обнаруживаем. Единственное, что хорошее. Относим яйцо когти смерти вот сюда вот. Вот в это место, вот здесь примерно будет на карте у нас отметочка. Вот. Это расположено рядом недалеко от психиатрической больницы. Вот. До этого здесь были рейдеры, но их все покрошил. Вот в это гнездо надо положить. Положить надо очень быстро, иначе выскакивает самка и начинает вас мочить. Ну, если вы положили яйцо, то оно не проявляет сильной агрессии, так как слеганцы вас уже больше не трогает. После этого можно обыскать то, что здесь есть. Да, в принципе, ничего интересного, кроме одного. Лежит перчатка когти смерти, уже сделанная, которую в случае чего... На верстаке можно только проапгрейдить, поставить третий коготь, который увеличивает урон и вышибает оружие, в случае чего. Имеет шанс, точнее, вышибить оружие. Ну вот и все.